Давно я не был в этих местах. Если бы мне визу дали, меня бы сейчас здесь не было. Не знаешь, какое бы это было приключение? Лучший отель побережья меня ждал. 5 звезд роскоши и комфорта. Они поваров приглашают из первоклассных ресторанов мира, чтобы те готовили из самых свежих и натуральных продуктов. Дед, мы такую яхту забронировали. Ты бы видел. А знаешь, куда мы плыть собирались? До настоящих джунглей. Там животные экзотические, страшные, кошмар. Такое событие сорвалось. Дед, я бы тебе кучу фотографий привез. А то ты ведь даже мира не видел. Сидишь на одной земле, скучаешь. Знаешь, о чем я думаю? А ведь у тебя все это было. У тебя в детстве лодка была. Не яхта какая-то, а пиратский корабль. Ой, мы с тобой доплывали до неизвестных берегов. Забредали в глухие джунгли. Зверье какое видели в нашем лесу. Туго вошел. Самые настоящие монстры диковинные. Мы в таком отеле жили. Ты всех его звезд сосчитать не мог. А какие горы покорял? Помнишь твое любимое место? Потом тебя не докричишься. Вулканы действующие сожигали. Ну уж а пищу ели из продуктов натуральнейших, свежесобранных. Ты фотографии хотел привезти. Вот тебе одна. Но самое важное. На самом деле, все твои желания будут исполняться, если ты поймешь, что быть счастливым – это просто. Сибирский кедр исполняет желания.